как говорится, эффект на лице после замечательного семинара у Юрия Владимировича. И я для себя, как доктор остеопатии, тоже отметил два принципиальных момента. Для меня это новое положение. То есть я благодарен за такую точечную и новизну, новую информацию вот, в практике, скажем так, остеопата. Те моменты, которые мы не использовали ранее, вот теперь я буду применять на своей практике.